Из рук этой девушки сейчас любой из наших сегодняшних гостей может получить приятные подарки и сюрпризы, которыми, в принципе, полна наша дорожка. Вот так билеты были разыграны, сертификаты вручены, подарки в руках счастливых обладателей. Зрительный зал в ожидании показа долгожданной четвертой части новогодней юмористической истории. И действие начинается. Вот некоторые говорят, что война не время для праздников, что елки – это враг и соглашается с их запретом. Но спросите любого солдата в окопе или в госпитале, о чем он мечтает сейчас, в эти декабрьские дни. И каждый ответит – оказаться дома у рождественской елки. Это фильм, который рассказывает именно про Рождество, а не про Новый год. Сюжетная линия фильма перенесена на 100 лет назад, в императорскую Россию. Непростой 1914-й подходит к концу. Страна воюет в Первой мировой. Но в тылу и на фронте все ждут чуда и готовятся к главному празднику – Рождеству. А елки в этом году не будет. Дом подписал указ об отмене. Елка на Рождество всем нужна? Да! Ну вот, елки нужны людям на Рождество. Война не время для праздников. Тимур Бекмамбетов, как и на первых «Елках», снова снял центральную новеллу фильма с Ургантом и Светлаковым. Имена у героев все те же – Женя и Боря, только теперь они стали дворянами. Съемки фильма проходили в 8 городах России. Специально для этого создали одну общероссийскую картину и еще 8 ее версий. Фильм сам позитивный очень. Я думаю, что народ будет приходить и приходить и просто питаться вот этим позитивом. Хотим поздравить всех заранее с Новым годом уже наступающим. И мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре. А почему в моем чемодане женский корсет? Вот на вашем месте, Василий Григорьевич, я бы об этом утаил. С Новым годом! С новым фильмом!